Доброго времени суток и хорошего настроения желаю вам я, Анастасия Куклева. В эфире «Афиша», а значит, самое время на несколько минут оторваться от повседневных забот, устроиться у телеэкрана поудобнее и планировать предстоящие выходные. В эти два дня в Саратове пройдут фотовыставки и фестивали, концерты, соревнования и другие всевозможные увеселительные мероприятия. Небольшой список рекомендаций от нашей программы прямо сейчас. Уже подготовились к купальному сезону, приобрели все необходимые аксессуары, купальники и плавки, а отпуск предвидится еще совсем не скоро? Не отчаивайтесь! Уже в это воскресенье на городском пляже вас ожидает самая настоящая водная баталия. Стать ее участником может абсолютно любой желающий. Поэтому надевайте свои купальники, яркие футболки, шорты и сланцы. Вооружайтесь пистолетами, автоматами и прочим водным оружием и смело в бой. Ну а если вы не нашли в своем арсенале подобного оружия, не отчаивайтесь. Вы всегда можете воспользоваться бабушкиным способом – набрать воды в бутылку. Впрочем, для водной битвы сгодятся не только бутылки, но и различные емкости, канистры и даже тазики. Все зависит от погоды и вашего желания победить в водных баталиях. Кроме водной битвы вас ждет интересная развлекательная программа, дискотека, море конкурсов, игр и состязаний. Поэтому приходите сами и приводите с собой друзей, ведь, как известно, чем больше будет ваша компания, тем веселее. Но даже если вы придете один, к вам присоединятся все присутствующие и уж точно не отпустят вас без хорошего настроения. Лето, знойное солнце, плавящийся асфальт. Где в такую погоду спастись от жары? Конечно же, на пляже. Тем более, что в эти выходные Энгельский пляж превратится в настоящий центр развлечений. В пятницу в 11 часов утра там откроется чемпионат области по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. В соревнованиях примут участие команды из Москвы, Московской, Белгородской области, городов Саратова, Энгельса, Вольска, Балакова, Базарного, Карабулака. Всего по 24 команды. Если вам нравится эта игра с мячом, то обязательно найдите время и приезжайте на пляж в качестве болельщика. С вашей помощью одержать победу игрокам будет гораздо проще. Ну а вы заодно отлично проведете время и отдохнете жарким днем на пляже. Ну а самое интересное награждение пройдет 31 июля в 16:00. Все на том же Энгельском пляже. Любите кататься на скейтборде и с ужасом ждете наступления осени? Ваши переживания напрасны. Ведь в эти выходные для жителей города свои двери распахнет первый в регионе крытый скейт-парк. Его территория поделена на три зоны – для новичков, для BMX-еров, а также для скейтеров и роллеров. Установлены фигуры, имитирующие городскую местность, фигуры для начинающих и стрит-зона. Также на площадке есть пирамиды, спуски, перила, ступеньки, фан-боксы и мини-рампы. А для особо интересных и опасных трюков – поролоновая яма. Оценить новый скейт-парк вы можете уже в эту субботу, 30 июля. В день открытия всех гостей ждут удивительные выступления роллеров и BMX-еров. Конечно, не обойдется открытие без музыки и даже выставки скейтбордов. Ну а кульминацией праздника станут показательные выступления и соревнования скейтбордистов. Не оставайтесь в стороне, берите свои доски и приходите кататься. Надоела рутина, однообразные будни, скучные выходные? Пришло время их разнообразить. Чем? Квестом в реальность. Где? На Театральной площади. Там 29 июля пройдет увлекательная игра под названием «Шерлок Холмс». По легенде, в городе начали похищать людей. Одним из похищенных оказался всеми известный сыщик Шерлок Холмс, который и расследует это дело. Ваша задача – спасти героя и раскрыть тайну этих загадочных похищений. Правда, справиться с таким заданием в одиночку непросто. Поэтому собирайте команду из 4-8 сыщиков, регистрируйтесь и вперед на Театральную площадь. Приходите, возможно, именно вы спасете Шерлока Холмса и весь город. Кстати, команду победителей ждет замечательный приз. А участие в квесте абсолютно бесплатное. Вот такая насыщенная программа мероприятий ждет вас в ближайшие выходные. Я надеюсь, что данная информация будет полезна, и вы сможете насладиться этими выходными на полную катушку. Потом не забудьте поделиться с нами впечатлениями, а сделать это просто. Загрузите фотографии со своего отдыха в социальные сети и поставьте хэштег «Афиша Саратов24» и просто «Саратов24».
Мы обязательно все прочитаем и оценим. На этом у меня все. Ходите на хорошие мероприятия и помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете.